Здравствуйте, уважаемые друзья! В очередной раз мы с вами встречаемся. Встречаемся мы сегодня у наших друзей в детском центре «Гараж развлечений». Спасибо огромное за предоставленную возможность Сергею Фадееву, руководителю этого центра. Встреча наша уже проходит под эгидой Федерации танкомодельного спорта. Встреча посвящена прежде всего официальной сертификации, аттестации моделей бронетехники 16-го масштаба, которые должны или же будут, или же спортсмены примут в дальнейшем решение принимать участие в боях, как командных, так и танковых дуэлях, по стандартному Томимскому протоколу. Надо сказать, что наше объединение уже занимается танковыми боями достаточно давно, с 2009 года. Причем мы начали заниматься, отталкиваясь от официальных правил, которые были приняты задолго до появления нашего клуба. Было такое объединение РКАКН. Это одно из объединений моделистов в Соединенных Штатах, которые, собственно, и развили эти танцевые бои, развили и придумали эти правила. Собственно, правила придумывались на основе вот этого стандарта. Если вы обратите внимание, здесь можно увидеть логотип Томия. И, собственно, компания Томия придумала этот стандарт проведения танковых боев. Появился он после 2000 года, когда на рынок вышла очередная модель компании Томия. Тигр. Именно появление этой модели и задало ту моду на ту электронику, на ту внутреннее содержание, звуковые начинки электронные, которые позволяют вести танковые бои, инфракрасные приемники, инфракрасные излучатели. Позвольте мне немножко вам в двух словах рассказать, что находится здесь на столе и чем, собственно, эти модели бронетехники отличаются друг от друга. Итак, вам представлены несколько моделей танков, в котором находится различная электроника, которая поддерживает протокол Томия. Первый товар танк КВ-220, модель танка КВ-220 ноября 1941 года. Вторая модель – это модель КВ-7, причем, оговорюсь, это корпус только лишь модели самоходной установки КВ-7. 1942 года, Першинг М-26, КВ-1 на начало Великой Отечественной войны и, собственно, легендарный танк Вермахта Тигр-1. Что у них общего? У них общий протокол боя, согласно которому они могут разговаривать, понимать и воевать друг с другом. КВ-220 мы намеренно раскрыли, чтобы вы посмотрели на стандартную электронику Томия. Она из себя представляет две платы, соединенные шлейфами. И, собственно, далее они уже соединяются с, по-русски это называется устройство грибок, по-английски он называется Apple, и система инфракрасного излучения. То есть, когда раздается выстрел, их сигнал выходит отсюда. Существуют различные способы, так скажем, помещение инфракрасного датчика. Кто-то помещает его так, как расположен здесь, кто-то помещает его на ствол, кто-то убирает его в ствол основного орудия, а кто-то прячет его в маску пушки. Все танки, которые представлены здесь, обладают именно вот этими устройствами, принимающими и излучающими инфракрасный сигнал. Грибок, грибок, грибок. Грибок, грибок. В чем отличие этих грибков? Отличие заключается в том, что в грибках вида Томия, эти же грибки выпускаются компанией Impact, а также в грибках, которые выпускаются компанией Henlong или Taigen, присутствует так называемая призма. Инфракрасный сигнал попадает на эту призму, отражаясь от нее, попадает на специальный датчик, который обрабатывает этот сигнал и передает на
основные платы. Где этот сигнал обрабатывается, происходит снижение мощности, снижение мощности двигателя. При попадании сигнала в устройство приема сигнала, инфракрасного сигнала, здесь загораются обязательно световые диоды, которые обозначают для игроков, что танк подбит. Здесь они расположены так, здесь они расположены так, здесь они расположены здесь они расположены по периметру. Чем отличается этот грибок? Дело в том, что в этом грибке призмы не существует. Есть просто диоды, которые принимают инфракрасный сигнал. Поэтому, когда ведется бой, у этих грибков есть небольшое преимущество. Компания Tamiya, когда развивала и внедряла вот эти грибки, призма, которая находится там, имеет ребро. Так вот, если при попадании башня танка разворачивается на 45 градусов, вот в таком положении находится башня танка, и на расстоянии более 5 метров находится танк противника и стреляет в него, осуществляется эффект рикошета. И танк может сохранить себе жизнь. Но опять-таки подчеркиваю, свыше 5 метров. Если танк находится ближе 5 метров, независимо от того, как развернута башня, так, или как-то по-другому, сигнал все равно проходит. То есть этим соблюдается баланс. Хочется особо отметить модели самоходок, модели ПТ, как выражаются игроки некоторых онлайн-шутеров. Значит, они отличаются немного конструкционно в плане приема попаданий. Вроде бы грибок такой же, как и здесь, как и у танка. Но, естественно, у танка есть преимущество, то есть поворот башни. У САУ этого нет в наших играх по версии Федерации танкомодельного спорта. Поэтому, чтобы соблюсти баланс, мы начали вводить такое правило, что при попадании выстрела спереди или же в лоб САУ не поражается. Каким образом это осуществимо? Либо, вот вы можете здесь увидеть, можно поставить шторку. Я, правда, ее убрал, но она была гораздо выше. Либо внести конструкционные изменения в грибок. То есть, если грибок разобрать, то и вынуть вот ту самую призму, которая получает первичный инфракрасный сигнал, то можно увидеть, что с фронтальной части призма заклеена черным скотчем, который не пропускает инфракрасный сигнал. Таким образом, мы стараемся соблюсти баланс в игре. И поверьте мне, что если в команде находится одна ПТ и два танка, то ее очень сложно победить. Федерация танкомодельного спорта была создана, так скажем, неформально, достаточно давно. Формально мы появились и официально мы появились в сентябре 2015 года. То есть таким образом мы начали официально работать. Сегодня мы проведем первую официальную сертификацию моделей, танков, а также самоходных установок для того, чтобы впоследствии танкисты и спортсмены приезжали на соревнования, на встречи, на официальные соревнования Федерации танкомодельного спорта с определенными сертификатами. Документ, который будет выдаваться танкистам, спортсменам, будет называться сертификат типа, и он может быть как на одну модель, так и сразу на несколько, в зависимости от того, сколько моделей поставил на сертификацию в этот день, сегодня или когда-то еще тот или иной спортсмен. А что вы сейчас делаете, Леш, вот это заполняете? А мы сейчас именно заполняем официальный протокол. Да. Потом, после заполнения, я просто сейчас объясню, после заполнения и после фиксации всех фактических и технических характеристик всех участников сегодняшнего процесса, мы ставим официальную печать, ну то есть вот
что называется, запечатываем эти данные, и они уже... То есть это официальный документ? Это официальный документ, который уходит в архив Федерации, и на основании этого документа уже выпускается сертификат типа. Значит так, сейчас мы проводим замеры скорости. Значит, первый замер – это скорость по прямой, без всякого поражения. Потом мы в него всаживаем один выстрел, замеряем скорость, то есть замеры снижения мощности при попадании. Какой результат? 19.66. Вот здесь показывает уже не стоит. В принципе. Так. Давай, чуть-чуть назад. Готов. Так, готов? Поехали. То есть на 6 секунд, получается, скорость замедлилась примерно. Вот она, пятая. После пятого. Это пятое попадание. После пятого как раз то, что и есть. После первого 25%. Тамин. Нет, тамин написано после первого 50. После первого, да. После пятого 25. 25, правильно, 25, да. То есть вот это пятое попадание. Это пятое попадание, да. Это вообще не года сколько? 46-31. Ну вот это вот, да. Стреляю. Да. Еще лучше. Давай на 30. Давай на 100, ты на 30. Я на 30 поставлю. Как на 30 сейчас пойму, почему? Ну сейчас помогу. Стреляем. Стреляем. У тебя получается... Высоты не поражаешь 20 в этой стороне. И не поражаешь 50 в ту. 50? Это проходит, да, по правилам? Проходит 80-80. Почему? А, в одну сторону больше, а в другую меньше. А потому что из-за того, что инфракрасный излучатель находится слева от основного орудия, то именно ствол загораживает ему. То есть если бы было в стволе, то было бы посередине. Сейчас у нас стоят выстроенные станки с разными системами боя, и каждый танк будет стрелять по одному разу, чтобы поразить ту мишень. Чтобы было понимание, что этот танк, ТВ-220, может воевать с любым... Соответствует протоколу. Да, соответствует, да. И что его поражает любая эта система, которая на этих танках установлена. Первый у нас стреляет МАКО-2. Готов. Сейчас мы заглотим. У меня там одна жизнь осталась. Да, они уже не есть. Теперь стреляет СТВ. Поражение жизни. Стреляет. Поражает. И последний вариант. Поражает 22. О! Все почти! Кроме меня! Класс! Это нормально. Ну, да, у тебя все. У тебя турбо, ствол. Этот тест тоже прошел. Тест прошел, да, галочку поставили. Я так понимаю, что этот танк АВ-220 прошел тестирование по всем параметрам. С понижением мощности. Да, то есть у него есть понижение мощности после первого попадания, мы проверили, после четвертого, после пятого и после восьмого. После восьмого. То есть у него есть наличие попадания. И плюс его обстреляли все... Обстреляли его все танки, все системы боя, четыре системы боя присутствовали, они его обстреляли. И у этого танка ширина луча, пик луча 40 сантиметров влево, 10 сантиметров вправо. Это на 5 метров. То есть этот танк прошел сертификацию? Да, полностью проходит сертификацию, и он может биться на равных с любыми другими танками. То есть принимать участие в соревнованиях. Он может быть допущен вот так? Может быть допущен, да. Он может быть допущен. Естественно. Да. То есть все, сертификация пройдена.
Спасибо.